Единственное, что я запись забыл включить, а так все ничего, по традиции. Вот здесь кто-то идет. Вот здесь вот. Ну да, Гасконь, вот она, красавица, блядь. Только почему она там не ближайшая, это вопрос. Походу сюда никто не пошел. Они так вроде как все туда пошли. Вот они. Ты ошибся, вот они, красавчики. Да видишь, я всех засветил. А? Молодец. Это-то понятно, эсминец. Эсминцы. Из-за острова не выходим. Из-за острова не выходим. Тормозимся здесь. Тормозимся вот тут. Из-за острова не выходим. Он снимется. Да, отлично. Пикирует падла. Малявку МК вешаем. Уже. Паш, ты знаешь, как ПМК вешать, да? Я здесь оттормаживаюсь, я дальше не иду. Торпеды. Откуда торпеды? Ну, от Хука, надеюсь. Хук аннигилировался. Заберите. Отлично. Работаем по первой Гасконе. Блять, я уже плюхи начал получать слева. Плохо оттормозился. Или шиля забираем. Чтоб торпеды нам не выносил. Он уже скинул. Да это хер. Там руны ему пожар, блять, на всю коробку раздал. Да ну ладно, я вот, ты вот из меня вот делаешь вот какого-то демона. Да, Дима, я не такой. Не же. Мой пожар там один. Че, брат, добро вышел? Вот он, блядь, ёбаный шиль, первая вера идет, блядь. Гасконь боком. Ну, бархом. Талоне так выписал, yeah. Красиво. Нас он еще киснет сейчас. Да. Ну тут по-другому не получалось. Жопы. Я лоханулся на въезде в точку, блядь. 800 так по талоне не осталось. Дай в каталуну. А, даю, 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 даю. Ой, Паша, не иди на меня, да, на его, я вперед тогда пойду. Отлично. Как ты засветился-то, Руми? Он выстрелил. Ну я же стрелял по каталуне. И дымочков не было. Иначе. Да? Ну, нет, да, сам все правда, как ты говоришь. Ну, выхожу, я по газку не даю. Так, я отойду на минутку. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Да. Ну, что-то горит. Начали очень хорошо, обосрались уже вот где-то после второй-третьей минут. Все нормально сейчас будет, все будет хорошо. Ну если Гасконь прям сейчас заберете. Да, ну сейчас есть шанс, небольшой, но есть. Дима, уходи, я тебе сейчас два наших линкора, блядь, победил. Да-да-да, он бортом встает. Ух ты, торпеда Руми еще попала, блядь. А то ты думал, я же настолько красавчик, что я даже затоплением дал. Блядь, вот тут да. Что, мы с двух сторон выходим на Гасконь? Да-да-да-да-да, выходи, Гасконь, и мочим. Дима, выходи, заворачивай выходи. Борт. Скорость. Влево. На массачу сейчас не вылезет. Вот, они кончились. Не вылезет, сам еще не вылезет. Я вижу массачусет.
Ну, видал, по 3000 дает, борт не ставит, он 3000 картошка дает, и все надо. Хорошая картошка, вот такая. Он мне борт ставит, я ему даю борт прямым нахуй. 3000 на нахуй. О, 561. Заебись? Заебись. Не попадаешь, ты попадаешь по жопе. Бери раньше упреждения. Я все попадаю охуенно. Ну я вот сейчас стою на твоем корабле и смотрю. Вот когда она дает, она дает. Торпеды осторожнее сейчас от шиля придут. Идет вперед. Он его сейчас по МК будет разбирать, и торпеды, и тогда останется 2 на 1. Ну вот, видишь, можешь, когда захочешь. Че, мы уже 940? Ну да, уже намного больше. Ну, уже лучше, да? Согласен, блядь. Не дает картоха. И то не я забрал. Ушатали, хочешь. У тебя серенький ни ремки, ни хилки. Все, последняя это хилка. Ну и нормально. Давай бей Массачусетса в борт. А, ну вот сейчас Бисмарк его развалит полностью. Думаешь? Ну, по-хорошему, да, да, тогда, да. Да, сейчас развалит, блядь. Не-не-не, вот, блин, ты угол большой, ПМК сейчас у тебя перестанет работать. А он на меня не идет. Ну, блин, он как раз в твою сторону идет. То есть, скинь бы, он скинул бы на него торпеды. Ничего, он на меня не идет, Саныч. Ты торпеды кинь. Вот как он пойдет к тебе. Через остров? Да не идет он ко мне, я его тут стою, жду уже. Так ты с другого... Блин, Дима, он же пошел вокруг острова. Ну, Саныч, ну за тупого-то уж. Ну не держи меня. Я и так его стоял, ждал, долго ждал. Он не выходит. Подождать. Сейчас выйдет, не переживай, у него вариантов никаких нет. Он назад сдает. Он вперед идет. Медленно, но идет вперед. Хорошо, но у него 1.3. Хорошо, когда у меня... Я по торпедам же могу определять, что вперед, назад едет или стоит на месте. Лендербургу бы не стрелять. Не? Он под Сиралкин пришел, блядь, сейчас накидает. А, у нас и плюсика нету. Как бы росло. У него же растет сейчас. Он пилится. Дим бы и потерпнул бы, и что? Любишь ты, Дима, попой елосить, когда ты назад едешь. А Майнсом он не на выстрел? Да он отхилился, поздно. Да нет, они, если торпеды попадут, то пизда ему. Да, да. Если попадут. Попадут, хорошо идет. Это же Димон, он же этот, попадал его. Да, он просто кидает вот в ту сторону, они сами наводятся. Так, ладно, да, пойду, надо еду там получить. Давай, давай. Давайте через полчаса, не знаю.